год к нам мчится, скоро все случится. А в Ленинском районе, впрочем, как и во всем городе, праздничное настроение уже случилось. Состоялось открытие главной елки. Так уж сложилось с годами, что в этот день, независимо от погоды и накопленных предновогодних забот, брещане спешат на праздник. Добрая традиция одинаково воспринимается как малышами, так и взрослыми. В ней есть что-то из детства. Она объединяет людей и заставляет поверить в сказку. Пришли специально сюда, очень рады были, очень весело. Она хоть нас маленькая, но она очень веселенькая, очень понравился детский хор, очень, вообще отлично, очень красиво одевали, детки так были вообще шикарные такие, вообще приятно очень было, очень весело и настроение всегда хорошее. Замечательный праздник, спасибо огромное организаторам, всех с наступающим Новым годом, с Рождеством. Благополучие и здоровье главное. В этот день горожанам дарили эту сказку известные и полюбившиеся персонажи. Песни и танцы не давали замерзнуть, а новогодняя иллюминация создавала ощущение приближения Нового года. Выступление самых лучших артистов и коллективов удивляло и завораживало гостей праздника. Они настраивали присутствующих на волшебную атмосферу из далекого детства и согревали душевными песнями. Все собравшиеся на праздник от мала до велика с любопытством наблюдали за происходящим на сцене и громкими аплодисментами встречали каждого артиста, каждого сказочного персонажа. Особенно горячо встречали традиционных гостей праздника – Дедушку Мороза со Снегурочкой, которые пели песни и танцевали вместе с гостями. По-новогоднему волшебное настроение, несмотря на отсутствие снега и мороза, создают люди, собравшиеся на праздничную программу. Веселые танцы и песни, сказочные персонажи и такая же атмосфера – все это есть на празднике лета. Ленинского района. И пока еще елка не зажгла свои яркие огоньки, буквально через считанные секунды мы прокричим заветные слова, знакомые нам с детства. Раз, два, три, елочка, гори! Раз, два, три, наша елочка! Тысячи разноцветных огоньков, которые сгорелись на елочке Ленинского района, придали праздничному вечеру неповторимый колорит. По-особенному украшенная зеленая красавица не осталась без внимания граждан. Правда, должное внимание уделили не только ей. Ведь, как известно, Новый год – это всегда семейный праздник, а потому на открытии елки не обошлось и без искренних поздравлений многодетных мам, проживающих на территории Ленинского района. Цветы, почетные грамоты и приятные подарки им вручил глава администрации Ленинского района города Бреста Александр Власовец. Я, конечно, не думала, даже не гадала. Меня порадовали очень хорошим подарком. Я очень благодарна всем, кто обратил на меня внимание. Двери Нового года переполняют эмоции, потому что праздник, потому что мы все его дождались, этого праздника. Во-первых, все ждали, потому что такая у нас ситуация непростая. Но мы ждем, мы живем. И радуемся этой жизни. Поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством звучали в адрес не только многодетных мам, но и каждого брещанина. Хочется всех поблагодарить за труд, все предприятия, организации от школ и садов до промышленных гигантов. Отлично сработали этот год, с хорошими показателями входим в дальнейший год. Поэтому всем спасибо и всем с наступающим Новым годом! Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания Бук ТВ.